Приветствую, друзья! По просьбе подписчиков, сегодня мы с вами прогуляемся по улице Энгельса к дому номер 14. Дом номер 35А. Здесь был раньше шахматный клуб. Сейчас буду пересекать улицу Университетская. Дорогу по улице Университетская уже сделали. Энгельса 26/2. Улица в сторону драмтеатра в процессе восстановления. Энгельса 24. Я пересекаю улицу Георгиевская. Эта улица ведет к городскому саду. Энгельса 18. Итак, друзья, я уже подошел к дому номер 14. В правую и в левую сторону тянется улица Апатова. Дорогу здесь уже сделали, шикарную. Дом 14 в процессе восстановления. Добрый день. Как жизнь ваша? Как в доме обстоят дела? Не слышу. Как обстоят дела в доме? Ремонтируются? Это я не знаю. Вы не отсюда? Нет, я вообще не интересуюсь. На втором этаже дочка моя живет. А. Вот она знает, а я нет. Я пока временно у нее. Ну так, в целом, дом приводится в порядок? Приводит. Работают строители, да? Ну, нет, сейчас никого нет. А что сделали в доме? Поменяли окна? Что еще сделали? Ну, окна поменяли, двери поменяли. Двери входные? Входные, двери хорошие. Угу. Да, да, вижу. Свет над входной дверью тоже сделали. Свет, да. И внутри, да, да, входишь, да. Загораются лампочки.
светодиодные лампы ночного освещения. Хорошие лампы стоят. Батареи меняли? Да, батареи, теплосеть поменяли. Проводку меняли в доме? Это я не скажу. Не знаете? Не знаю. Я человек временный тут. Я понял вас. Но в целом все хорошо, вода есть, электричество есть? Вода есть, электричество есть. Хорошо. Вчера не было двое суток света. Такое бывает, да. Да, да. Восстановительные работы, поэтому и да. Выключают свет мы везде, понимаем, не только здесь. Не возмущаемся, что. Хорошо. Всего доброго вам. Спасибо, спасибо за пожелание. Посмотрим, как обстоят дела в подъездах. Друзья, стены побелены, окрашены. Видно, что в подъезде делали ремонт. Свет включается автоматически. Да, и меняли проводку. Это видно. Щитки новые. Поменяли батареи. Здравствуйте. Видно, что дом приводят в порядок. Сейчас обойдем с другой стороны и посмотрим на паспорт объекта. Вот такие были дворы здесь. Такие детские площадки. Строители живут здесь на первом этаже. Здесь же открыта восточная кухня. Паспорта объекта я не вижу на доме. Городской сад все еще в процессе восстановления. Там капитальный ведется ремонт. И мы с вами ниже не пойдем, друзья. Я все равно не смогу зайти на территорию сада. Поэтому мы на него посмотрим, когда он уже откроется. Итак, друзья, только что заходил в восточную кухню и пообщался с одним из строителей. Он сказал, что дому еще будут делать фасад. Улица Энгельса в процессе восстановления. Мариуполь возрождается. Всем мира и добра. Пока.